Сегодня модельный бизнес открыт для всех, и представлять коллекции на подиуме и в журналах можно в любом возрасте и даже в любой комплекции. Что касается детского моделинга, это уже самостоятельная индустрия с показами и фотосессиями, и даже со специализированными агентствами и неделями моды. Региональный проект «Я модель» еще очень молодой, но весьма перспективный. Масштабы конкурса впечатляют не только любителей, но и профессионалов. Конкурс – это уникальное, грандиозное и широкомасштабное по своей географии мероприятие. Во-первых, это красивейшее шоу, то есть стилистика, наполняемость различными сюжетами. Это присутствие московского жюри, московских звезд, дизайнеров, режиссеров, постановщиков, фотографов с мировым именем. Также уникальность нашего конкурса и вообще проекта в целом заключается в том, что дети из глубинок и маленьких городов всей Челябинской области могут поучаствовать в таком грандиозном проекте и также побороться за главные призы. В финальном шоу модели представят на подиуме коллекции известных детских брендов. Этому предшествуют обязательные примерки и репетиции. Подборку мы производим таким образом, чтобы эти вещи, одежда, обувь, аксессуары все сочетались между собой, чтобы они смотрелись в тенденциях, чтобы они были яркими, жизнерадостными. Они хорошо смотрятся и на подиуме, и в повседневной жизни. Это очень интересный, очень нужный проект нашему городу, да и вообще, наверное, всему миру моды. То есть дети учатся всем азам именно моделинга, модельного бизнеса. Они растут у нас, развиваются, становятся маленькими профессиональными моделями. Когда мы участвуем, например, в Москве на неделе моды, в 8 часов мы заходим в манеж и выходим только в 3, в 4, в 5 дня. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс. Наш конкурс, он даст полную картину, понимание, что это такое. Сейчас возможности модельного бизнеса безграничны. Главное – уметь правильно подать себя. Ребенок должен быть красивый, коммуникабельный, артистичный. То есть это детская мода. Модель должна быть красивой не только внешне, но и душой. Это очень видно на подиуме. И, конечно же, обладать какой-то своей особой энергетикой. Я думаю, что все будет очень хорошо, все будет очень красиво. Я, как организатор, стараюсь все сделать так, чтобы это было похоже на сказку, и каждый ребенок уже почувствовал себя звездой. В сценическом мире говорят, что детей нельзя переиграть. Именно поэтому шоу «Я модель» станет захватывающим и вместе с тем трогательным. Кстати, организаторы большое внимание уделяют не только постановке дефиле, но и сценографии и оригинальным спецэффектам.